Здравствуйте, оператор 112 Ленинского муниципального района, Колосок. Слушаю вас. Ваша фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество. Причина звонка и в зависимости от того, какой характер несет звонок, оператор единой дежурной диспетчерской службы компетентно заполняет обращение и немедленно направляет его в необходимую экстренную службу. Будь то полиция, пожарная часть, скорая помощь или служба газа. За тот непродолжительный срок, что ЕДДС, так ее сокращенно именуют, функционирует на территории Ленинского района, люди привыкли к номеру 112 и активно им пользуются. Наша работа облегчила жизнь людей, проживающих на территории Ленинского района. И мы будем трудиться на благо общества, потому что мы делаем действительно важную работу. Больше всего звонков поступает из города Видное и города Ленинских. В основном они касаются вызова скорой помощи и полиции. С 1 ноября система 112 прекратит работать в тестовом режиме и будет введена в государственную эксплуатацию. И вот тогда о каких-либо сбоях можно будет забыть. Сейчас же бывает так, что в службу поступают звонки из бывших территорий района, что затрудняет возможность оперативно реагировать на обращения жителей муниципалитета. А с 1 января 2016 года в ЕДДС Ленинского района ожидается нововведение – прием звонков по вопросам ЖКХ. Сейчас стоит вопрос, и губернатор дал такое указание, чтобы эти звонки и обращения поступали также на службу 112, которые будут обрабатываться. И будут передаваться в дежурные службы электросеть, теплосеть, водоканал, дежурные службы управляющей компании. Это будет способствовать тому, что эти службы будут работать более активно. Как отметил глава Ленинского района Олег Хромов на одном из последних оперативных совещаний, районная единая дежурная диспетчерская служба показывает очень хорошие результаты и является одной из лучших в области. Для удобства работы операторов приспособлены кухня и комната отдыха. При таком графике сутки трое необходимо всегда оставаться в тонусе, ведь от их оперативной работы порой зависят жизни людей. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.